Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться очень вкусным, изысканным рецептом скумбрии. Реально получается просто обалденно, на любой ужин, даже на любой праздник. Блюдо то, что нужно. Начинаем готовить, погнали! Нам понадобится две скумбрии, желательно, конечно, свежие или хотя бы найти место, где продается более-менее нормальная скумбрия. А также понадобится киви, лимон, лук, соль, черный перец, также сметана, горчица и для украшения нам понадобится петрушка. Рыбку почистили, забираем в сторону и займемся луком. Нарезаем. Ну, вот такие вот полукольца. Теперь берем форму, отправляем чуть-чуть подсолнечного масла и делаем подушку из лука. Теперь нарезаем нашу скумбрию на порционные куски около 2,5 сантиметра толщиной. И отправляем нашу скумбрию в форму. И между каждой половинкой нашей рыбки отправляем лимончик. Вы же понимаете, да? Какой это аромат и какой это вкус обалденный. Сразу запекается с лимончиком и с киви. Придает скумбрии реально очень обалденный, изысканный вкус. Буквально чуть-чуть присолю. И
и слегка приперчим. Сметанку с горчицей смешаем. Выпекать буду в духовочке при температуре примерно 190 градусов, примерно 25 минут, в зависимости от вашей духовки. И духовочка у нас должна быть заранее разогрета. На гарнир готовим рис, и к рису подаем вот такую вот обалденную вкусную скумбрию. Готовьте, дорогие друзья, вместе со мной, а также подписывайтесь, делитесь с друзьями и, конечно же, комментируйте. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем нажимать на колокольчик, не то пропустите новых моих вкусных рецептов. Пока!